По статистике, за второй квартал нынешнего года педагоги зарабатывают в среднем чуть больше 30 тысяч рублей. Причем в России учитель может заработать максимум 51 тысячу 600 рублей в Москве или переехать в Санкт-Петербург и получать официально в среднем 35 тысяч 100 рублей. По данным от сервиса Авито Работа, специалисты которые и провели анализ статистических данных, самые грустные зарплаты у педагогов из Воронежа, Новосибирска и Волгограда. О том, какова минимальная зарплата учителей этих городов, читайте в наших новостях.